Благотворительный концерт «Двери покаяния» прошел в музыкальной школе искусств. Стоит отметить, что подобное мероприятие стало первым опытом сотрудничества школы и кафедрального собора Рождества Христова. Когда миссионерский отдел собора предложил нам провести благотворительный концерт «Двери покаяния», мы сразу с удовольствием согласились, потому что мы с радостью используем любую возможность для того, чтобы приобщить наших слушателей к классике. А классика – настоящая музыка, настоящее искусство – это то, чем мы занимаемся профессионально. Воспитанники и педагогические коллективы Солигорской музыкальной школы исполнили для посетителей вдохновляющие средневековые мотивы и порадовали шедеврами западноевропейских, русских и белорусских классиков. С церковной стороны выступал новообразованный вокальный ансамбль духовной музыки «Аранта». Это выступление стало для них дебютным. Певчие, прихожане разных храмов, вместе всего лишь 3 месяца. Этот ансамбль собран из певчих разных храмов города Солигорска. Вот это и собор Рождества Христова, это и Матронинский приход, вот это и Варваринский приход. Все мы понемножечку участвуем по мере сил, как заповедовал Господь. Развиваем свои таланты и делимся ими со всеми, кто желает нас слышать. Желая донести до слушателей глубину церковной атмосферы, вокальный ансамбль познакомил зрителей с песнопениями, которые исполняются во время богослужения. Такая трогательная музыка произвела на слушателей хорошее впечатление. Этот совместный концерт стал новой ступенькой в отношениях с учебным заведением. В Солигорске духовная музыка на сценах звучит очень редко, и музыкальная школа намерена это упущение исправить. Между церковным коллективом, детским хором «Крыничка» и ансамблем «Белые русы» и в дальнейшем будут проводиться совместные проекты, а предпасхальные концерты станут традиционными.